Наш рід, майбутні воїни, наше гасло, знайди в собі героя, здобудь перемогу вогневим мечем. Меня зовут Дима, мне 17 лет. Не люблю школу, потому что там нужно сидеть. Проще же побегать, повеселиться, мяч попинать, с автоматом побегать. Не знаю, броник, каски, все надеть, прикольно же. К Альхану в гости прилетел осколочно-фугасный. Танковый. Вышел со двора и ну, слышу свист. Ну, думаю, та пролетит, что там, выжил. Слышу, оглушает меня. Ну, чувствую, что оглушило, я ничего не слышу. И понимаю, что, типа, прилетел это в 5 метрах. Повезло, что осколками не цепануло, что за домом стоял. Вот это весело было. Первый раз, когда стрелял, это очень страшно было. Хочется большой там, да, подальше от войны.